Добрый вечер, уважаемые зрители. Как вы помните, я снимал день назад, по-моему. Сейчас проверю, когда я снимал. Так. Так. 23 января, а сегодня 24 утром снимал, а сейчас 24 уже вечер, то есть полторы суток работает система. Вот. Сейчас я покажу, как говорится, можете верить, можете нет, полторы суток работает уже, со вчерашнего дня. Вот. И сейчас уже 6 вечера. Вот. Сейчас покажу. 6. Вот она. Даже батарейка, как видите. И вот вентилятор. Как видите, вращение, да? Подсоединен вот. Также на прищепке я не снимал. Минус, вот минус, желтый у меня, и плюс. То есть продолжим опыты. Значит, она уже проработала полторы суток, система эта. Видите, аккумулятор был дохлый. То есть я выпускаю вторую часть. Еще продолжим завтра или там через два дня. Вот. То есть у нас вырисовывается вечный двигатель, маломощный, правда, вечная батарейка, вечный двигатель от вечной батареи, вернее, двигатель обычный, вечная батарейка. То есть получается, что система работает. Надо это внедрять, то есть не будем спешить с этим делом. Пусть это неделя будет, я еще, может, выпущу пару роликов. Если оно неделю, там, допустим, проработает, 10 дней проработает, 20 дней. То есть месяц еще будем смотреть. Если в течение месяца отработает и будет крутить, вот, значит, мы наблюдаем вечный двигатель. То есть пока уже видно, что 36 часов беспрерывной работы. Это уже говорится о многом. На этом все и заканчиваю. До свидания.